Добрый день, уважаемые дачники, садоводы, огородники. Сегодня 10 ноября 2018 года, Центральная Украина, город Кременчук. На ютубе много видео о железном купоросе, его применении на виноградниках, в саду, и в огороде, и на даче в целом. Ну, я хочу снять видео о железном купоросе, но не о его свойствах, а о его применении. Субъективное мнение и относительно своей же ситуации. Осенью сейчас его используют, обрабатывают как искореняющие средства против остатков на лозе аидиума. Если на лозе остались очаги, темные такие пятна аидиума, его используют как искореняющее средство до 500 грамм, то есть 5% на 10 литров воды теплой, как я уже говорил. Пишут, что это много, но опять же, если инфекционный фон был на винограднике высокий, повышенный, тогда до 500. Ну а так 350, ну где-то так, начиная от 300 грамм. Можно такую концентрацию использовать для обработки виноградников. Еще используют против мхов на деревьях. Но у меня немножко другая проблема. А, кстати, еще. А весной обрабатывают перед вегетацией, перед раскрытием почек, где-то 50-100, ну, может быть, в некоторых случаях 150 грамм на 10 литров воды. Вот. У меня немножко другая ситуация. Я буду обрабатывать еще по своей определенной причине. Так, вот еще. На даче, конечно, работы много. Укрывать, вернее, надо обрезать. У меня тут Надежда Азос и Викинг. Обрезать еще нужно. Время есть. Сегодня буду обрезать виноград. А ну, Кольк уже коснулся такой темы. В принципе, еще морозов нету. Но я бы вам советовал, если у вас еще тоже тепло, собрать фашины и уже нагнуть в ту сторону, куда вы будете нагибать. Потому что когда будет мороз, и многие рекомендуют укрывать виноград уже тогда, когда наступит мороз. То есть почки закалятся и все. Но тут есть свой подводный камень, я бы сказал, такой якорь подводный. Когда уже морозец наступает, там минус 2-3, тогда уже очень хрупкая лоза становится. Она может обломаться где-то в самом неподходящем месте. Итак, насчет железного купороса именно вот на этом участке. Ну, если вы постоянный подписчик и хоть как-то иногда следите за моими видео, у меня есть видео, по-моему, позапрошлого сезона, ранневесенние заморозки уничтожили у меня здесь на ланцелоте прирост в 10-5 сантиметров, зеленые повешки. Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. И пошли побежки мне замещающих почек. Следовательно, учитывая свойства железного купороса задерживать вегетацию на 1,5-2 недели, я буду обрабатывать вот здесь кусты сеса и винограда железным купоросом. Инфекционный фон у меня тут был невысокий, а идем присутствовал, но так, в легкой форме. Были припудрены, так скажем, тыльные части листа,
Ну и поэтому, я думаю, мне будет достаточно 350 грамм на 10 литров теплой воды. Обработать по лозе я обрежу, соберу фашины, нагну куда мне нужно, в сторону следующего куста. И вот все фашины, которые я обработаю, нагну. Все фашины я обработаю железным купоросом. Это даст мне фору 1,5-2 недели, как я уже сказал. А за это время, дай бог, пройдут самые опасные морозы, которые могут ударить по побежкам зеленым. Самый хитрый, оказывается, у нас самый хороший сорт в этом плане — Надежда Азос. Она распускается позже всех. И когда уже прошли все опасные периоды ранневесенних заморозков, и тогда она уже идет в рост, догоняя всех остальных. Так, и еще я чуть не упустил одно свойство, одну особенность этого купороса. Это микроудобрение, то есть оно пополняет нехватку железа в почве. Нехватка железа в почве сказывается на листьях, они хлорозят, желтеют и опадают. А без листа, конечно, куст, как вы знаете, любое растение долго не живет. Ну вот, вроде бы все самое основное, о чем я хотел вам рассказать, поведать. Вот, ребята, ставьте палец вверх, если вам понравилось видео о купоросе. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал. Желаю вам традиционно хороших урожаев, поменьше болячек на ваших садах и огородах. Всем пока. Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.